Jan Kapacitana, Augusto de hoje. Volare. Oh, oh. Cantare. Oh, oh, oh. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. E вот мы уже в Неаполе. Гадиш, как делает? Алейкум. Как сам? Двумя чемоданами. А, тремя. Привет. Здравствуйте. Симпатичный такой. Ага. Пупси. А мы с Гаджи. Мы с Гаджи просто. Мы попили кофе и теперь идем к нашему трансферу. Бонжорно. Обожаю этот одноэтажный аэропорт. Везде у всех эти сумочки. Очень популярный бренд в Европе. Напишу название на экране. А, Джузеппе, да? А я его назвала Джованни, да? Джованни до улицы. Вот такой трансфер у нас. Мило. So cute. Нормально. Для прекрасно. Италии это для чудесно. Ладно. Шуня говорит, что где бы Гаджи не был, он всегда общается с таксистами. И сейчас он забивает в переводчике что-то. Что он хороший человек. Фрателло. Фрателло это брат, если че. Сколько ехать, брат? Унура эмедзо. Ага, все, я понял. Унура эмедзо. Сколько это? Ну, давай писать. Унул. Унула. Три часа получается. Неужели мы? Я сказал. Просто как долго мы хотели сюда попасть. На первый Шуни день рождения я подарила ей браслет Viva La Vida, и там была гравировка Амальфи. Я знала, что она очень хочет в Амальфи. И я, чтобы вы понимали, хочу вам в Амальфи с класса 9, может, 10. И она мне дарит этот браслет, там написано Амальфи, чтобы а браслет исполняет желание. И вот мы вместе оказались на Амальфийском побережье, ребят. Я не знаю, работает ли Viva La Vida, или мы исполняем сами наши мечты, но в общем, такая история. Пойдем лимоны посмотрим. Я же лимон, посмотри. Ты персик. А мы купим мороженое? Хочешь? Да. Тогда не купим. Это лимон моего размера. Смотри, как голова моя. Это лимон. Вы как будто дикие, я как будто лимонов не видела. Ага. Это что за тыквы? Я не видела. Оператор. Ребята. Мороженое из лимона. Ice cream from... Ice cream. Лимон. Small, medium, large. Как... Small, наверное, маленький или средний? Too small. Too small. Вау. Gracias. How much? Так, делается контент. А вы попробовали? Нет. Да, я попробовала. Я ела вчера такое в Венеции. Готовилась я к... Свои вкусовые рецепторы. It's for you, it's for you. Да, да, мы уже все, тебе. Да. Che tristezza, che quando se ne chiude amore mio. Chissà se tu stai solo in compagnia. Si sente nostalgia. E me vede. Так, мы доехали. Беру свой маленький чемоданчик.
Все, grazie, signori. Я же оплачу. Да. Сюда? Сюда. Обалдеть просто. Смотри. Пробку создаем профессионально. Какая красота. Бедный, я помогу тебе. Нет, не надо. Лучше помоги, я же еще не устал. Туда, что ли, поднимаешь? Ты узнаешь. Туда, я? Да. У нее вечно бывает это. Истамбул, это вот эта гора. Бедный Гаджи. Обожаю. Хочу просто посмотреть. Ступенек. Гаджи, как тебе такая информация? Я домой, да? Кукурузник надо, или вертолет маленький. Да, у него сцена. Короче, нам дали меню, здесь без сцен. Мы не думаем о денежках, что она. Думаете вы? Первый раз такое видел. Сейчас догнал. Мы сейчас поняли, мы не гаджи сказал, что в это время, в прошлом году, мы все вместе были в Таиланде. А Ника ничего не планировала. Я теперь не твоя жена, теперь гаджи, да, у тебя на первом месте? Внимание. Так, мы уже подготовились, и так выглядит наш первый образ в Позитано. Белые льняные штаны Charm Store. Блузка у меня вот с таким вот бантом. Голубая от Манго. И топ тоже Charm Store. Ремень United Stories. И вот эти украшения из моего шоурума от Мечи Девочку. Тоже очень красивые. Сами они делают их. Честно говоря, немного расстроена. Расстроена я. Почему? Решила, что хочу поднять эту тему здесь, во влоге, потому что где-то ее надо поднять в Инстаграме, честно говорить, на такую большую аудиторию смысла, наверное, нет про это. Но хейт, да? Вот хейтит меня по поводу моего веса. Не могу сказать, что меня устраивает сейчас моя форма, но я делаю все, чтобы привести себя в лучший вид. Вот что могу сказать. Все, что пока могу. Но люди пишут, пора бы тебе похудеть. И я думаю, возможно, они правы. Но мне, конечно, неприятно, что люди это пишут. Хотя, видимо, это не хейт. Короче, очень сложно, знаете, быть блогером. Очень сложно, когда к тебе есть к чему прикопаться, когда ты сам недоволен своей внешностью на 100%, а люди подмечают то, что, вернее, кто-то, кто может себе позволить это сказать вслух, говорит. Очень сложно мне сейчас какой-то морально находить
хорошее состояние, когда, опять же, когда ты сам видишь какой-то недостаток, и тебя это цепляет, тебе обидно, когда тебе все равно, тебе пофиг, если там мне скажут, у тебя плохие волосы, я скажу, ой, пошел ты, все, я знаю, что у меня нормально с волосами. Ну вот с фигурой, да, и меня это сейчас цепляет. Мне грустно и обидно. И знаете что? Я нахожусь сейчас в Позитано, в самом красивом городе, в который я хотела очень давно попасть. И я просто... У меня нет никакого настроения из-за вот этих замечаний. И более того, чтобы наслаждаться жизнью, пиццей, какой-то вкусной едой, я сейчас думаю о том, что как бы мне не набрать вес, как бы мне не есть, чтобы люди не замечали это, похудеть. И у меня, знаете, что в голове? Типа, не есть, голодать, вырывать еду после еды. И я понимаю, что тех, кому делают подобные замечания, вот так появляются болезни, РПП, депрессивные какие-то состояния, недовольство своей внешностью от таких замечаний. И мне сейчас очень сложно это все переварить. Вот просто мне хочется рыдать. А я должна вот так наряжаться, идти в самый красивый город мира без настроения. Хотела это сказать не чтобы вы меня пожалели, какая я бедная, а то, что любое ваше замечание может сделать кому-то больно. И вот один всего лишь комментарий есть под моим постом про вес. Там есть очень много девочек, которые меня защищают, там и все такое. Но меня это цепляет. И сейчас вот этот один человек испортил мне настроение. И даже вызвал у меня какие-то мысли нездоровым поведением с собой и своим телом. Я отогнала от себя эти мысли и подумала, что здоровье мне важнее. И надо гнать от себя такие мысли, только чтобы угодить другим людям. Всегда найдутся те, кто тобой недоволен. Но, знаете, на минуту, на час я думала об этом. И это ужасно. И я думаю, что никто меня не поймет, а те, кто не сталкивался с такой ситуацией. Почему-то захотела этим поделиться, потому что не всегда у меня прекрасное настроение, не всегда я довольна собой, чувствую себя красоткой. Красивое платье. Очень много прикольных вещей прибирается. Вот рубашка. Мужской лук нормальный. Ну, ремень стрёмный. Ну, ремень, да. Мы гуляем по Пошли покушать, поужинать. Тут все забронировано во многих ресторанах. Поэтому красиво покушать. Надо еще поискать место. Пришли вот в такое. Не знаю, что они тут скажут нам. Резервейшн у них или нет. Что говорят? Все типа зарезервированы? Маркетинг не успокоился. Ну, ждет, скажите. Да. Если очень... Right, sir, а тут где было говорить? Я уже молчу. Мы заказали еду. Смотрите, у меня рыбка с артишоками, каноли, с томатами. А что это такое вообще? Что это там каноли внутри? Каноли вообще это десерт итальянский. Вот фисташки с кремом. Они взяли и поставили туда мясо? Рыбу. А, рыбу? Си. Они хотели делать дерево.
дырю, так бы сделали. Че издеваться на рыбе? Итальянский манер. Как тебе, Джон? Получается тоже такой знакомый вкус рыбы. Тушенка. Тушенка. Тушенка? Да, тушенка, это же не рыба. Кто будет салатик? Да, это... Никита. Тушенка. Ну, вот это что-то такое. Треска. Томатик, томатик. Типа того, да. Смотрите, какой пятизвездочный отель прямо на берегу Позитано с вот таким вот видом. Здесь пиццерия и ресторан. Очень красивое место. Это очень хороший отель, наверное. Пятизвездочный отель. Да, наверное, пятизвездочный. Нет, вот тут 5 звезд нарисовано. А, да. Так, дедушка со своей собакой учит наших ребят стрелять. Ой! Молодец! Смотрю, конечно. Два раза попал. Купили фруктики. Сейчас будем сидеть и пить чай на балкончике. Решение завтра. Планерка. Я не могу, когда Шуня планерка. По минуте не расписан день, я не могу сплотить чай. Давай, давай, сейчас я решим. Я думаю, завтра мы возьмем лучше такси и поедем на Амальфи. Нас же по двое. Хочет Равелла, она хочет там красиво сфоткаться. Ага. А, ладно. Угу. Си, си. Ага. Сеньор. Угу. Она хочет Равелла и хочет Амальфи. Угу. И хочет еще Капри. У нас 2 дня в звёздах. Почему я должна выбирать? Я хочу везде. У нас вечер. Доброе утро из самого лучшего места в Италии. Просто как приятно проснуться. Я проснулась такая, открыла штору. Позитано на месте, Позитано на месте. И продолжила спать. Так, сейчас мы проснулись. Все, у нас на часах 11. И мы идем на завтрак. Мы выходим, у нас тут прямо внизу кафешка, где есть, внимание, скрэмбл или омлет. Все, что угодно, пожалуйста, дайте мне. Потому что я вот все это время, то, что здесь, почти неделю, мы ни разу не позавтракали яйцами. У них завтрак — это круассан и кофе. И апельсиновый фреш. Все. Может, они поэтому худые, я не знаю, клянусь, ей-богу. Потому что все итальянцы худые. Жрут пасту, пиццу, но худые. Мы хотели вот здесь, конечно же, позавтракать, но места нет. О, там омлет, о, это мне нравится. Мы хотели здесь позавтракать, но там столики на двоих. Так как нас 4, мы решили, что сядем вот здесь. Ну и как решили, тоже что? Куда нас посадили, туда мы и сели. Позавтракаем и пойдем к пляжу. Шуня говорит, снимем лежат. 10 тысяч один стоит. 10 тысяч один стоит? Да. Лицо Джона. Ну, наверное, полотенце 50 стоит. Свою возьмем. Нет, надо узнать. Ну, я думаю, что если мы не будем на лежаке на лежать, мы просто посидим. На гальке, говорит, нельзя полежать. Я думаю, что мы посидим просто возле этого. На гальке.
возле людей. Потому что, ну там, не так еще тут тепло и жарко, чтобы прям одевать буркини, купальники там и целый день быть на пляже. Думаю, просто проведем время на пляже, помочь им ножки. Вы можете искупаться, кстати, возьми шорты. Можем взять полотенце с дома. Я этого приехал сюда. Чтобы искупаться? Да. Решили не спешить никуда. Вчера мы долго решали, куда мы пойдем, что будем делать. Но потом решили, что отдохнем, насладимся этим городом. Мисс Планерка предложила никуда не ехать. И, собственно, мы так и сделали. Мы поспали, насколько это возможно. И вот, будем здесь весь день гулять и все такое. Если у нас останутся силы, время, желание, вдохновение, поедем еще куда планировали. One omelette mushroom. Only mushroom? Томаты? No, with cheese. Cheese and mushroom. Yes. Это сейчас корниенты получается? Дольче корниенты. Что это значит? The sweetness of doing nothing. Что у нас? Что это дольче корниенты? Ну, типа ничего сладкое, ничего не делание. The sweetness of doing nothing. Ничего не делаем. Делать ничего мне нравится. Нравится, да, Thank you so much. Что там? Там имбирь. Я за это вернусь. Он по ногам все запомнил. Я не знаю. Да, он так нам и побежали. Да. Да. Очень вкусно, вот зона. Я вот там просто мат. Завтра. Мы купили очень вкусное мороженое лимонное. Я уже говорила, но лимонное джелато это мой топ просто. Лучшее мороженое в мире для меня. И вот так вот спускаемся к набережной. Тут везде продают такие всякие классные штучки, на которые можно залипнуть. Так красиво. Hello. Как высоко. Вау. Как мечта. Джон говорит, на нас тут и так мы там зашли сделать фотку с деревом лимона. Он говорит, да, пусть у нас тут и так все орут. Это не делают, то не делают в этих местах. Сюда не ходи, туда не ходи. Запарили. Прекрасно. Гаджи, где бы он ни был, просто он найдет. Не знаю, шикарно. Просто. Джон, давай, иди на подмогу. Даже в Позитано есть. Спортсмен. На выручку придут всегда. Тут, честно говоря, миллиард людей, муравейник. Мы сидим и кушаем свою пасту. Вот такого размера. Да. Что вы нам сделаете? Хорошая паста. Не лучшая в моей жизни, но красивая. Что? Вердикт? А? Ну, где-то 7 из 10. Будете здесь, обязательно зайдите в отель Мурат. Он тоже очень красивый. Здесь тоже можно прийти на ланч. Вот так вот посидеть. Здесь есть дерево с лимоном. Очень красиво. Купили вот такое платьечко анимочки. Нашему мальчику тоже купили такой бодик с лимончиками там был. Нету. Такими вот лимончиками. И платьишко. Решил анимочки тоже взять. Наши дети одинаковые. Хорошие. Я там буду ходить. Нашего ребенка появился первый зуб. Он скоро будет есть арбузы и грызть лимоны. Джон, ему можно, кстати, лимон уже дать попробовать. Некоторые дети обожают лимоны есть, типа кривятся и кушают. Так, наши мужчины, красавчики. Мы пришли в ресторан, который Шунечка, конечно же, подобрала. Тебе надо путеводитель по Италии теперь выпускать, я считаю. Да-да-да, самая лучшая локация, Шуня знает. Свадьба. Это очень сладко.
спасибо, ребят. Это так неожиданно. Что? Просто так неожиданно. А, но не стоило, да. Не стоило. Thank you so much. Мы заказали ризотто, мальчики заказали стейки. Доброе утро! Мы снова на этом прекраснейшем месте. Решили прийти сюда и на завтрак тоже, как мы вчера и говорили. Пришли, а погода решила такая, ну извините, солнца не будет сегодня, поэтому сегодня пойдет дождь, поэтому мы не будем вам белые скатерти красивые накрывать, а мы ради них пришли тоже. Что мне на лицо снимать? Шанет. Бонжорно, жиз. Так, мы спустились вниз к пляжу, чтобы отплыть на Капри. На Капри будет 25 минут или 30, смотря на какой лодке вы будете плыть. 10 евро на человека. Там мы хотим арендовать частную лодку и покататься вокруг островов, вокруг самого Капри. Там есть такие скалы самые узнаваемые на всех картинках. Планируем так, а там что получится, узнаем с вами вместе, посмотрим. Поэтому давайте отправимся в это удивительное путешествие. Я уже жду. Солнца сегодня не будет, как я уже и сказала. Ну и так прекрасно. 10 стоило? 28. 28, да? А ехать сколько? Там также 25, 3 или 30. Просто Габриэла сказала ехать на Positano Jet обязательно. Ага. Типа, он говорит, комфортный, он большой. Угу. Мамуськина, такая сладкая, обожаю. Еще посмотрите, какие они красивые люди тут. Вообще, мне очень нравится. Такое настроение. Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già. Приехали, сейчас будем думать, куда пойти, что поделать. Нам надо обязательно забраться вверх, чтобы увидеть эти скалы великолепные. Мы же к ним поплывем, и нет? И обязательно хочу пойти в Эрмес и купить здесь на память цепочку. Ничего такого не будет. Такси не поехали. Мы не знали, я думала, тут на принцип. Тут все есть. Эрмес есть. Такси нету. Справимся. Ребята, кто-то в огороде, вот лимончики растут. Вот. Слушай, мне кажется, они не все съедобные. Ну, типа, то, что есть какие-то гигантские, я не знаю, они съедобные. Пожалуйста. Шунечка, бананчиков вам. А, привет. Вы сейчас клюнете. Мои икры покинули чат. Что ищем, бренд? Подожди, дай дышать. Thank you.
It's on a sale? Yes. Ah, no video. Oh, sorry. Can I take only one? Sorry. Okay. It's the tree. On the tree, yes? Yeah, this is wood, carved. Carved? Yeah. It's lime wood. It's very beautiful. Thank you. Wow. It's on a bike, like. Yeah, bicycle. Yes. Yes. Have a good day. You put another table? Okay. Thank you. Показываю, чем мы вообще питаемся в Италии. Очень беден стол. Вот такой. Пицца же еда бедняков, да? Но мы очень бедны. Бедняков это как бургер у нас, типа. Что-то быстренькое. Салат. Гаджи, умоляю, повтори, что ты сказал. Сколько шаурмы могли говорить? 25 дней. 4 раза покушать, на завтракать, пообедать, поужинать, 100 тысяч вообще. Да, получается 100 тысяч. 4 раза, если вот так. А мы жрем по 4 раза в день. Сколько вышло, Джон, у нас в этом замечательном ресторане? Джон, вызовите скорую. Ну, замечательно. У ребят очень сильно. Пойдем сходим, разберемся. 244 евро. Это примерно сколько же? 25 тысяч. 6500 на человека. Это ты взяла салат, колу, кофе. Так, больше десерты не берем. Они тоже стоят по 2000, блин. А мы берем по 3 штуки. Гаджи говорит, можно говорить, на эти деньги не останавливать шавухи. Месяц, говорит. Короче, пока самое дорогое место для нас это Капри. Да, мы хоть и богатые, но у нас тут есть тоже счетчик, да, Джон? Нет, говорит. Джон не любит лишних трат. Это тоже он говорит. Эконом. Он говорит, здесь сэкономили, там отдали, тут это, тут то, ну, короче. И... Не, ну, раз мы на лодку сэкономили, то можно отдать. Он так же говорит. Знаете, еще раз какой прикол? Шуня и Джон как будто брат с сестрой. У них одинаковый мозг, они думают одинаково. Типа, лодка за 15 тысяч, тогда поедим на 25. Потому что мы планировали, что... Лодка будет 50. Так и выходит. Yes. Чтобы ни один рубль в кармане не оставался. Не оставался. А еще мы поняли, по путешествию по отдельности по Европе, мы поняли, что дешевле выходит, конечно же, вместе путешествовать, потому что тут хотя бы... Делим там... на два. Да, жилье да, делим. Допейте до конца. Давайте допьем. И вода. Маурицио, where you from? Capri. From Capri. Si, 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 si. You born in Capri. Si, si. It's no, beautiful. I born in Naples, but I live all my life here. It's beautiful. You like? Yeah. Who win Roland Garros? Who win Roland Garros? Sinner. Lola Djokovic. Who will win? Medvedev. Or not? Medvedev it's so bad on clay. No, for me. I want Rafael Nadal. Me too. Actually, we will go. We just bought the. The tickets on Roland Garros now. Should we book flight билеты на Roland Garros? On Monday, on Wednesday. Wednesday. And они дальше летят в Париж на чемпионат по теннису. And after we will watch. Да, заинтересовать. А другом как будет? Капри инвесторы, я хочу заинтересовать его. Вот. Как называется? Обратно в Позитано. Как? Вот, правильно. Что, да? Что? Рутина, правильно. Как еще называют детскую вот женщину, чтобы и это она... Я в патрасе. Стерва. Глыба. Глыба? Первый раз он слышал. Он сделал против меня? Патрушка земля, белая березка. Ни одной березки. Что это такое, да, мой фото? Так соскучился. Оливьешку может купить. Я, кстати, не смогла бы жить за границей. А, максимум месяц, да. Мне кажется. Я не хотела. Россия! Россия! Вас сейчас депортируют. Капри оценим на наш взгляд.
это такой отдых богачей. Честно говоря, я ожидала чуть большего, чем... Я ожидала такого, потому что я очень много смотрела всяких актуальных, кто тут был. Угу. И у всех вот, знаешь, скучненько. Угу. Сюда приезжают супер богачи. Просто проводить неделю. В хороших отелях, лежать где-нибудь на пляже. Шопиться в Эрме. Шопиться, да. Хотя, знаешь, шопинг тоже такой себе, честно говоря. Но... Ничего как будто нет такого прям. Ну, кто неделю тут живет, кому нужна сумка, капля. Срочно нужна сумка. Короче, Позитано нам понравилось много больше. Okay. Где понравилось? Позитано? Да. И лучший шопинг для меня был во Флоренции, потому что там две огромные улицы. Самые магазины, да? И очень красивые магазины. Они там не просто какие-то. Поедем во Флоренцию в следующий раз. И Венеция. Венеция очень красивая. И Венеция поедем. Мои личные ожидания были чуть-чуть завышенные. Но в целом погулять сюда я бы приехала. Да, увидели, поехали дальше. Мы были на Капри просто. Не Позитано. Приезжайте на Капри. Я бы приехала сюда еще раз, если можно было снять лодочку и покупаться в этой нереально красивой воде. Заглянуть в эти гроты классные, но вот так просто поехать на шопинг, наверное, нет. Или в какой-нибудь крутой отель, в котором мы сейчас не были. Вот такое мое мнение. Сыграли игру, это была хорошая партия. Да, не показывай, вот в Тоскане такие длинные вот поля, по-другому как называется? Когда равнина и вот так вот красиво. Не-не-не-не-не, по-другому. Пейзаж? Нет, терраса? Нет, по-другому, как длинная. Даль, только по-другому. Поле такое большое. Доброе утро! И снова из Позитано. Сейчас мы позавтракаем и поедем на виллу Равелла Буффало. Она очень красивая. И я думаю, что наверняка вы встречали эти картинки в интернете. Мы тоже едем делать фотки, наслаждаться красотой, природой. Там такие классные, красивые статуи, такие скульптуры, поэтому я думаю, что это очень-очень красиво. Будем смотреть. Гаджи страдает. Мы здесь вообще не едим мясо, потому что почти в каждом блюде свинина. Я знаю, где Гаджи будет есть мясо. Единственный раз, когда мы поели мясо. Рамазан! Ребят, мы уже позавтракали и спустились на пристань. Здесь мы купили билеты до Амальфи. От Амальфи уже вызовем такси, надеюсь, и поедем на виллу. Билет, в общем, туда-обратно стоил 10 евро на человека. И время обратно мы можем выбрать сами. Абсолютно любое, какое нам удобно. Так, вот сидим. Vicino mare, io penso a te, soltanto a te, a te. Vicino mare, te voglio sola, tutta per me, per t'abbracciare. Oh, taxi. How are you? Morning. Yes. Villa Ruffalo. How much? 4 person. How many people you are? Four. You are going to visit, I think. Yes. Давай, братишка, думай. I'm so sorry, just a meal. Okay, it's okay. We're waiting, okay? 180, sir. Okay, 180. No, sir. Ah, 180. Well, thank you. Нормально. Otherwise, sir, listen to me. Давай тоже поторгуй чуть-чуть. Хасаюр, два человека. Two persons. Еще двоих, да? 25 с человеком. 25. Давай, Аджишка, делаешь? Ага. Равелла. Ничего не понял, брат. Name, my name. Анджело, сэр. Ну не мой же. Как? How? Анджело. Анджело. Angelo. Michelangelo. Hey, lady. Sorry, lady. Let's go together.
together. It's cheaper. Yeah, no, we understood that. We are just talking a little bit to see if you're actually going to take the taxi. But you're going now. You want to go right now at the moment. But we can wait. Yeah, 2 minutes. So we can talk. Ah, okay. We are waiting okay, here. Thank you. Ah, it's absolutely. Absolutely. Ну это не точно. Десерт? Ну это не точно. Ладно, без десерта останемся. Анджело! Он кушает опять. Сейчас пойду настигну его опять. Анджело, Анджело, let's go! Он реально кушал опять. We want to go. You wanna go? Yes. Oh, bye. Senora, yes. If you want to wait, wait outside. Yes, yeah. Go. What do you want to do? You want to leave right now, just one way, no, or you no. want to wait some people? What do no, you want no, to do? No, go one now. Way, or two way. Two way. Two, two way. 180 euro in cash. Yes. In cash. In cash. Only in cash. If you if you need to bring some cash, there is an ATM cross the arch on the right side. Maybe I can wait you. Okay. Yeah. In the while, I finish my sandwich. We can. All right. Thank you. А Мальфу лучше. Да. У нас короче такой этот водитель смешно. You are from Amalfi. Amalfi. We are YouTube bloggers. Yes. We are YouTube bloggers. What does that mean? YouTube. Instagram. Ah, YouTube. Si. Ah, buono. Make money also for me. We don't own money on YouTube because we're Russian. Ah, okay. Okay. We don't own money. It's nice, okay. How old are you? I'm 23. I'm in the best. How about you? You are 25. 26. 26. Si. Perfecto. Sabeu. I know. Just on foot? Da. 1 hour, it's enough. 1 hour? Yes. We need to Villa Ruffolo and... We have Villa Ruffolo, Villa Cimbrone, the square, the church. 1 hour is not nice, I think. Who invited 2 hours? Okay, 2 hours. All right. On нас отвезет. Да, ты не... Я как понял, уезжаешь, да? Итальяно, ой, интересно. Да, все равно, ты должен понимать, ты уезжаешь. Обратно, да? Хакс парк. Браво. Да? Браво. Амаль. Нам какой-то этот попался, мафиозник, я не знаю, как это, жулик. Потому что он говорит, идемте, возьмите свои камеры, я вам покажу водопад. Внимание, водопад. Я же сказала вам под чеку. Давайте нам другого водителя. Антонио, ты где? Короче, он говорит, вы сейчас поедете с другим водителем, и он нам типа показал прекрасный водопад, чтобы самый мы... Самый красивый водопад этого года. Чтобы мы подождали другого водителя, представляете? Либо он ему плохо, либо он по чем-то... Смотрите, какая тут красота просто. Сюда однозначно стоит приехать погулять. Честно говоря, из-за того, что у нас прямо сегодня вылет, я думала, может, мы поехать уже в Амальфи, Правелла. Нет, сюда нельзя, конечно, поехать, это очень красиво. И вообще разный вайб с Позитано, даже? Да. Тут вообще другой вайб, настроение, деревушки какой-то. Да. И очень красивый, да. Сколько? 32 за 4? Это по сколько? 32 за 4, 8 на 1. 8 на 1. Смотреть, что здесь. Бассейн. Так это выглядит на самом деле. Так все фоткаются в окне там прекрасном, с этими прекрасными деревьями. Красота. Невероятно красиво. Тут выставка, видимо, какая-то. Просто дикий восторг. Это нереально красивая жизнь.
вот лимончики растут. Они, наверное, потом их на продажу. Либо делают лимончелу, либо еще что-нибудь. Да? Кровь. Так, мы уже пришли на вторую виллу. Она находилась всего в 12 минутах от виллы Руффало. И это называется вилла Семброни. И здесь очень красивые статуи, деревья. И вообще вилла огромная, но у нас нет времени, к сожалению, всю ее обойти. Есть только время посмотреть несколько классных знаковых мест. Дух захватывает от красоты. И есть несколько локаций здесь. Мы обязательно хотели их увидеть. Вот. Ну, честно, тут вообще такая атмосфера другая. Чувствуется даже запах другой, вкус воздуха, что ли, другой. Не в городской, а такой, знаете, деревушке. Очень вкусный запах. Начинается. Вау, как красиво. Это восторг! Вау! Посмотрим сначала. Потрясающе, конечно. Знаете, вот это вот чувство исполнения твоих желаний, у меня просто мурашки сейчас по телу, потому что смотришь это место на картинке, вот просто. Смотришь это место на картинке, потом оказываешься здесь вживую. Чувствуешь запах, аромат этих цветов. Видишь это своими глазами и просто реально, я вам говорю, у меня просто мурашки по коже. Да-да, находились в жизни и теперь сидим отдыхаем в тенечке. У нас ступенек в жизни не хотели. Гаджи, что ты скажешь по ступенькам? Сколько штук? Подниматься я люблю. Сколько штук сейчас? Не знаю, так, 1000 будет, да? Это год есть тысяч. Прекрасно. Очень хорошо. Мне нравится. Договорились сюда приехать еще раз. В таком закоулке. Дальше, да, наверное, пройти? Не здесь. Мы на кухню, наверное, зашли. Донна Стелла. Мы такие думали, пусто, никого нет. Лимоны, миллионы. А. Где это место еще находилось, его еле нашли. Да, оно по закоулкам. Вообще не на лицевой стороне улицы. Прекрасно. Это я сейчас буду кушать с лимонами над головой. Нас посадили все-таки. Давайте возьмем неаполитанскую. Маргариту. Мои лучшие друзья, лучшие напарники по путешествию. Так, вот цены на стайкеры, на пиццу. Вообще, кстати, недорого даже. 15-16 евро. Не капри. Да, это вам не капри. Окей. Теперь мы бежим к нашему парому, чтобы успеть нам на лодочку нашу. Давай, не ней. Да все нормально.
меня вообще сильная. Ты что, головой ударилась? Да. Бедная. Быстро, быстро, delivery. Женя, попробуй. Бип-бип, бип-бип. Дай сюда. Женя, главное по пицце. Главное не Да-да-да. Это была нереально вкусная пицца, ребята. Просто. Особенно Тедди. Тедди. Нет, нет, это первый, который мы пробовали, она была буффало. Нет, нет, это была Тедди. Потому что буффало, это маргарита буффало. Тедди, попробуйте. Это нереально вкусно. Крем-чиз и маленькие бураты, да? Маленькие бураты же. А, или моцарелки. Ну да. Короче, очень вкусно. Обязательно попробуйте. Вот, рекомендуем. How many days you spend here? Here. Four. Are you comfortable? Yes. Yeah. Temperature inside the car, it's okay. It's okay. Where are you from? Russia. Russia. Oh. You know where is that store when the lemon ice cream? I need very fast to buy it. You know? Can you stop somewhere? I know where rent bike. You can stop there. I will buy the ice cream and come back. Okay. No, not only because it's not possible eating the car. Ah, not for me, but for my boss. Ah, okay. Марш, это было увлекательное путешествие. И аттракцион тоже. Незабываемое. Мы не снимали кучу классных смешных моментов, честно, но это останется в памяти. Вот. Особенно как мы бежали с Амальфи. Better? Yes, thank you. С Амальфи до пристани, чтобы успеть на наш паром до Позитано, потому что мы сегодня улетаем. Мы бежали, орали на пристани «Позитано! Позитано!» Оказывается, там была огромная очередь, и все они были в Позитано. Там просто одна лодка уезжала, и мы подумали, что это наша. А мы на ней приехали, там было написано «Блиц». Да. И мы думали, обратно тоже на ней надо уехать. И мы бежим, орём, что это нам надо в Позитано. Оказывается, там была огромная очередь. Человек 200, наверное. Ну ладно, 100 точно было, даже очень много. И просто стоять все, и мы бежим с пиццей, две упаковки пиццы, и орём, что нам в Позитано. Когда ты заказываешь такси, из-за того, что его не так много, хорошие машины приезжают. Все мы на чем ездили, все были мерседесами, даже ни одной какой-то там Тойоты не было вообще. Хороший отпуск. Незабываемые впечатления, эмоции. Рада, что мы с ребятами договорились и провели хотя бы 4 дня эти вместе. А у нас за эти 4 дня... Половина из этого просто за жилье. Да, половина, большая часть за жилье, остальное это билеты, покушать, туда поехать, сюда поехать. Больше, конечно, на еду, честно говоря, уходила, потому что, ну, где-то на 4 он так на меня посмотрел. Я боюсь его. Ногу тоже нельзя ставить на сиденье. Вот, больше, конечно, уходила на еду, потому что где-то на 4 у нас уходило, ну, меньше 10 тысяч у нас не уходило даже. Ни разу. Вот. Не, может, один раз вышло, когда он там пару пицц заказали? Не, кажется, не вышло. Везде было 100 плюс. Это на 4. Да, это на 4. Средний чек на человека, мне кажется, 3-4 тысячи. Если это вот блюдо попить. Ну, смотрите, блюдо где-то в среднем стоит 2-2.5-3. Вот до 3. Знаешь? Нет, на Капри от 3. На Капри от 3 было, да? Ну там 36 евро, 40 евро. Это... Блин, я вот там на цены не посмотрела, на самом деле. Больше не приедем. Шутка, приедем, но с деньгами побольше. В целом деньги не проблема, их просто нет. Но мы зарабатываем, чтобы тратить их на то, что мы считаем нужным, на получение каких-то эмоций. Вот. Поэтому я очень рада. Этой поездке я давно о ней мечтала. Я всюду в поездку. Последние 2 года я говорю Амальфи, Позитано. Да, я очень рада, что мы съездили. Посмотрели это. А куда отправимся в следующий раз? Посмотрим. Посмотрим.
оставайтесь с нами в следующей серии. Спасибо, что посмотрели этот влог. Оставайтесь с нами и напишите, пожалуйста, в комментариях, что вам интереснее всего смотреть. Влоги из поездок или обычные будни. Судя по просмотрам, конечно, вам нравятся только поездки.